Берлинская стена. Железный занавес. Типичный интерьерчик какого-нибудь коридора, по которому хочется бежать с этим шестиствольным огнеметом. Стена проходи. Все равно здесь какой-то дым образуется, он никогда не попадет даже с коридора. Айтишной компании, которая занимается интернетом, такое чудовищное количество ящиков, как легко заметить, по ним с бумагой. Дело в том, что у нас постоянных клиентов, с которыми мы ведем финансовые расчеты, которые нам платят, там наши партнеры, которым мы платим, большие десятки тысяч. Поэтому, к сожалению, у нас в стране для того, чтобы вот все было чисто и по-белому, ты должен разослать их там акты, счета, фактуры. И так далее. Запись в какой-нибудь группе, главное, через своих коллег. Если кто-то хочет поедет, ну прости, да, я забыл порядок прохождения. Руководитель нашего отдела по связи с общественностью Миша Ушаков использует просто для частных. Миша, когда пришел, сказал здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот человек, который журналисты должны знать в лицо. Ну, сейчас я сейчас сфотографирую, кажется. Да. Да. И буду знать в лицо, да. После этого. Это значит, неизвестно. Даже
не вылезая из интернета и не отрываясь от своих там рабочих интерфейсов, но на свежий воздух, опять же, большая часть людей у нас сидит с ноутбуками, поэтому взять свой ноутбук с Wi-Fi и выйти и поработать здесь, должен быть такой ноутбук. Следующий. Можно, да? Да, смотри, конечно.